Барух Ата Адонай Элохей Мемелех Алам. Благословен ты, Господь Бог наш, давший нам такую привилегию послужить первый день ретрита. Амен. На путях, где темно, ты есть мой световой. Я молю тебя о этом ветре перемен, добрых перемен, папочка, в сердце каждого из нас, прошу тебя, благослови. Благослови, мы так нуждаемся, чтобы ты нас руководил. Святый Иисус, не хочешь просто взять на всей земле тебя. Они мне рассказали. Я сказал, что одно простое вещь, я здесь, чтобы помочь вам осуществить свое видение, которое Бог вам дал. И у них это было видение. А это тоже ретрит? Да, это завершение детский ретрит сегодняшнего эстафетного завершения, эстафетного времени. Первый день ретрита. Очень интересно. Я первый раз вообще на таком мероприятии, на таком духовном действии, именно которое называется ретрит. Это было интересно для меня, необычно, это для меня новый опыт. Но я рад участвовать в этом. И я думаю, что это только начало, потому что есть еще завтрашний день и понедельник. И я думаю, Господь будет вести дальше в глубины. И я надеюсь, что я буду удивляться еще все больше и больше. Благословения вам, Барух Ашем.